Друзья, всем доброе утро. В этом видео я вам расскажу, сколько я зарабатываю на YouTube и расскажу также свою историю о том, как я добился вот с самого нуля вот этой вот цифры. Потому что мне многие ВКонтакте пишут, ну не многие, конечно, но вот у тех людей, у которых есть YouTube-каналы по трейдингу, они у меня спрашивают, как ты достиг такой цифры, как вообще нужно начинать, что делать и так далее. Вот об этом мы с вами поговорим. Давайте начнем. Итак, вот моя панель управления. Ребят, кстати, я начал свой путь к 100 тысячам подписчиков. У меня есть такая цель на этот год. С вот этого вот видео, там где была моя торговля последняя на Олимпе, я начал выпускать видео каждый день. И вот сейчас уже успешно выпустил 3 видео, завтра будет 4. Это видео на послезавтра рассчитано. Стараюсь делать в день по одному или два видео. Давайте войдем в новую творческую студию. Сколько всего я заработал денег с Ютуба? Давайте это посмотрим. Где это посмотреть, я, кстати, не знаю. А вот, с октября у меня подключилась монетизация, и вот мой доход с YouTube. Не очень большой, но тем не менее практически пассивный. Смотрите, вы выкладываете видео, и оно у вас постоянно висит на канале. Видео становится вашим отдельным источником пассивного дохода. Каждое видео. То есть каждое видео это актив. Вот здесь написано, к примеру, сколько я заработал с какого-то конкретного видео. Кстати, я надеюсь, что это можно показывать на YouTube. Я сейчас изучаю правила и до этого еще не дошел. Сейчас я активно изучаю политику YouTube, правила YouTube, все, что связано с YouTube, все это я сейчас активно изучаю. Итак, моя история. Давайте перейдем к первому видео. Первое видео. А первое видео я решил выпустить сам по себе. Еще очень давно мне просто захотелось сделать видео по торговле. На самом деле я еще очень-очень давно хотел завести YouTube канал. Раньше я монтировал видео летсплея. Играл в игру Rust, там это монтировал. Даже, кстати, видео до сих пор остались. Я могу скинуть ссылочку, можете посмотреть, если хотите. Там был первый мой опыт монтажа. И вот, после этого опыта я решил сделать мое первое видео. Вот оно. Здесь я разгоняюсь 350 рублей на Олимп Трейде. Описание я уже подправил немножко. То есть я начал оптимизировать каждое свое видео. Вот буквально недавно, как только начал выпускать видео каждый день, я начал задумываться об оптимизации, и теперь каждое свое видео я оптимизирую. Даже первоначальное видео я тоже к ним иногда перехожу и оптимизирую. Это очень важно на YouTube. И я, кстати, уже думаю наперед, о будущем. То есть я, смотрите, в теге прописал икигай первое видео, first видео. То есть когда у меня будет несколько миллионов подписчиков, тогда у меня будет отдельный тег под это первое видео. Вот так вот оптимистично я настроен. Что теперь? Вот, выпустил свое первое видео, значит. Смотрите, у меня даже веб-камера, я не умел ее ставить в бок. Мне не получалось ее поставить. Вот. Это видео я выпустил еще до того, как связался с Тарасом. А насчет Тараса, смотрите, я подписался на него, когда у него было около 1000 или 2000 подписчиков. Я наблюдал весь его путь. А что потом произошло? Когда я увидел, что он добился успеха, я захотел вступить в его закрытую группу. Там выходит пост о конкурсе на видео. То есть нужно было сделать видео и отправить Тарасу. Об эту историю я уже рассказывал, но еще раз повторю, потому что тематика Ютуба. Вот, я сделал его для него видео, он принял мое видео самым первым. Сделал его вот в таком же стиле, как мое первое видео. И мы начали с ним сотрудничать. Это мне дало огромный опыт далее, чтобы продвигаться на YouTube. Смотрите, дата видео 27 июня 2018 год. Теперь давайте назад перейдем. Следующее видео вышло уже 7 сентября 2018 года. То есть прошло несколько месяцев. Многие из этих видео я отправлял Тарасу, чтобы он это публиковал на свой канал по торговле. Мы с Тарасом когда списывались, он меня учил монтажу, учил обрабатывать звук, обрабатывать видео, давал советы насчет качества и так далее. То есть спасибо огромное Тарасу, мне это очень помогло. Но тем не менее, я всегда хотел иметь свой канал, поэтому я выкладывал видео не только на его канал, но в большинстве даже на свой канал. Первые полгода подписчиков у меня практически вообще не было. Давайте откроем аналитику. Сейчас, возможно, я здесь могу все объяснить. Так, аудитория, подписчики. Давайте за все время. Вот смотрите, здесь было выпущено мое первое видео. То есть никаких подписчиков у меня не было. Потом я начал стабильно выпускать видео. Также подписчиков нету. Прошло уже сколько? Ну, прошло полгода. Далее начался 2019, давайте откроем 2019, чтобы поближе рассмотреть. И вот постепенно начали у меня по одному, по два подписчика в день прибавляться. Ну или убавляться,
также. Но тем не менее, я все время стабильно выпускал видео. Далее. Выпускал я видео, и какие-то определенные видео у меня выстреливали. Редко такое было, но обычно мои видео там набирали по 30, по 100 просмотров, и какие-то начали по 300, по 500 набирать, по 700, по 1000 и так далее. Вот, допустим, здесь у меня выстрелило первое видео, этот индикатор покажет пробой. И ко мне пришло несколько десятков подписчиков, этому я очень обрадовался. Далее, опять же, выпускаю видео, прирост подписчиков стабильный, небольшой, и опять же, видео выстреливает. Это у меня лучшая стратегия для пробития. Опять же, прирост в несколько десятков подписчиков. Ну и дальше у меня видео практически не выстреливали, я стабильно выпускал видео, и потом произошел переломный момент. Что же это был за момент? Одно видео, моя секретная закономерность, очень сильно выстрелило, и за счет этого мой канал очень сильно поднялся. Это видео, кстати, вы можете глянуть в подсказке, но я думаю, что вы его уже смотрели. После этого, как мое видео выстрелило, я очень сильно воодушевился, у меня начали приходить по сотне подписчиков в день, и начал я выпускать видео каждый день, недельку примерно выпускал видео каждый день, и вот что из этого вышло. То есть огромный прирост подписчиков буквально за короткие сроки. Потом мне стало лень, активность пошла на спад по подписчикам. Выпускать видео каждый день очень-очень сложно и время затратно, но тем не менее дает хороший-хороший результат. Ну и естественно, чем больше подписчиков, тем больше постоянный пассивный прирост. То есть если достичь какой-то цифры, то уже стабильный прирост подписчиков будет расти. То есть вот здесь вот такой стабильный прирост подписчиков, а вот здесь вот, когда у меня уже много стало подписчиков, вот такой вот. Итак, как же подняться на YouTube? Ну, во-первых, я, конечно, делал хорошие привлекательные превью, старался подбирать теги, хорошие названия и так далее. Самое важное это оформление в совокупности. То есть название, превью, описание, теги и так далее. Если вы все это соблюдаете, то сделаете все это максимально привлекательно, насколько вы это можете делать, то в конечном итоге YouTube начнет вас рекомендовать. Вам нужно просто постоянство усилий, о котором я вам всегда и говорю. В принципе, так же, как и в трейдинге. У тебя есть какая-то стратегия продвижения, ты соблюдаешь строго все правила, и ты движешься вперед. Это работает во всех сферах жизни. Естественно, со временем вы начнете получать большое количество опыта, у вас начнет лучше получаться монтировать видео, делать превью, подбирать теги и так далее. Все это приходит с опытом. Но главное постоянно-постоянно делать. Моя цель на данный момент — это мини-цель, это 10 тысяч подписчиков, это будет моя отправная точка. Потом я буду двигаться к 100 тысячам подписчиков. Я должен это сделать до конца этого года. И, ребят, поскольку я выпускаю видео каждый день, то тематика трейдинга будет исчерпываться. Поэтому я захватываю какие-то новые тематики. То есть недавно я выпустил влог, недавно какое-то такое познавательное видео и так далее. Я буду пробовать все, что я захочу, и все, что мне понравится. Так что будьте к этому готовы. Все, ребят, я вам рассказал свой путь и как я добился вот такой вот цифры небольшой на YouTube. Никаких туториалов здесь не будет, куча обучающих видео есть на YouTube. Как подбирать теги, как делать названия и так далее. То есть, вот те, кто мне пишут, про канал спрашивают, все это есть в открытом доступе. Просто находите информацию и делайте. Постоянно-постоянно делайте и работайте над улучшением и над пользой. Вот, кстати, ребят, польза. А самое главное, чтобы у вас видео были не только качественные по названию и по тегам, ну и чтобы видео была польза какая-либо. Чем больше пользы, тем больше у вас подписчиков. Главное — доносить людям какую-то полезную информацию. Ну или же вызывать у людей какие-то эмоции. То есть кто-то делает развлекательные видео и так далее. Важно влиять на людей. Важно доносить что-то людям. Делать какой-то вклад в общество. Тогда вы подниметесь в любом случае. Все, друзья, надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я смог вам чем-то помочь. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также оставляйте комментарий, ваше мнение, ваши мысли, вашу поддержку. И подписывайтесь на меня ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого наилучшего. Я верю, что все ваши мечты и цели исполнятся. И всем пока.